Мне давали какую комические роли играть. Говорят, у тебя слишком парсуна не подходит для этого. Ну, вот, понимаете? Для короля нормально. Да, для короля пляжа. Вот... Кстати, вот с королем пляжа непонятная есть вещь, потому что, во-первых, это самый яркий эпизод в фильме. Когда вспоминают «Полосатый рейс», всегда вспоминают это вот эту группу в полосатых кубальниках. Да, а я счастлив, что я этот эпизод сыграл, потому что у меня комедийных ролей не было в кино, а тут замечательные комедийные эпизод. Красиво плывут. Кто? Вон та группа в полосатых купальниках. Каким образом у короля пляжа встают волосы дыбом? То есть тогда же не было никакой компьютерной графики. Как вот это? Это актер Лановой умеет растительностью управлять? 40 до того, как снимать, на фоне темными нитками мне подкладывали к волосам такие штуки, и когда когда я видел, поднимали эти волосы, и они становились дымом. Вот кто поднимал? Как? Кто за кулисами сидел человек и темными нитками поднимал на фоне темного? На фоне темного вы не видите эти нитки? Нет, не вижу. У нас есть, кстати, вот в тему такая фотография. Здесь видна фигура, здесь вот... А фигура на пляже там вот в Одессе, что? Который... Ну, вот этот красиво плывут в полосатую купальник, да. Не видна, что ли? Нет, я говорю, и здесь видна. Я говорю, да. Что это не... Это просто я очень любил вот эти лыжи, лыжные вот водяные разные путешествия. Я вообще любил спорт в это время, как вы видите. По телу. Я до сих пор увлекаюсь очень спортом, и я считаю, что для актера это необходимейшая вещь, и обязательно надо заботиться, чтобы вот здесь не было, и сзади ничего не было. Если ты герой-любовник, изволь каждое утро делать зарядку и соответствовать своему амплуа. Вот и вся недолга. Я наслышан, что ваш костюмер всем ставит вас в пример, что вот с той поры не изменился ни размер, ничего, что вы вот можете в те костюмы, вот которые... Вот мы кончили играть лет 20 рейсе. Назад «Принцессу Турандот». Лет 20 назад. Но вот как-то год назад мне дали костюм оттуда с «Принцессой». Я его одел просто, как ничего не изменилось абсолютно. Потому что каждый день я делаю зарядку. Вот и вся недолга. Команде дачников физкульт!